Здравствуйте, я Ольхова Валентина Александровна из города Алматы, бывший преподаватель химического факультета кафедры химии высокомолекулярных соединений Казгосуниверситета имени Кирова. С 1992 года нахожусь на пенсии. Как видите, пенсионер со стажем. Польмодулятор – это тот продукт, который работает на энергоинформационном уровне и выравнивает биополе человека. Кроме того, в этом продукте, как я поняла, заложена вся энергия пчел. И все это каким-то необычайным способом, новыми какими-то технологиями было записано на воду, и в результате получился продукт полимодулятор, и вот его все свойства передаются на клеточном уровне. Было предложено всем желающим проверить действие полимодулятора. То есть, если присутствовали люди, у которых в данный момент были какие-то боли, предложили проверить и опробовать этот продукт. У меня в тот момент как раз было обострение седалищного нерва на почве герпеса. И там случилось чудо, потому как я получила облегчение в течение 15 минут. А до этого эти боли я не могла убрать ничем. Даже медицинские препараты не помогали. То есть это был восторг, это было чудо. Этого же года была сделана мной аурограмма. Вот прошу посмотреть. Все, и я в том числе, были в восторге. Но на этом не заканчивается применение этого уникального продукта. Но вот применение на практике у меня все продолжались и продолжались. Я попадаю в ДТП. То есть при выходе из автобуса у меня одна нога на земле, другая в автобусе, захлопывается дверь автобуса, и автобус резко едет вперед. Что получается? Я падаю. В результате у меня гематома обширная. Попадаю в травмпункт. Получаю назначение метода лечения, прихожу домой, делаю, а потом вспоминаю, а у меня же есть полимодулятор, надо его применить, и начинаю применять. И вы понимаете, я, конечно, с перепугу очень много, поливаю свою гематому, как клумбу, в любом смысле. И представьте, о чудеса. 30-го случилось, а 1-го я уже в кругу семьи сидела, за праздничным столом и встречала Новый год, как будто бы ничего не произошло. По этому же поводу мною было сделано КТ головного мозга, чтобы узнать о последствиях. И опять чудо, у меня нет уже никаких признаков ни внешней, ни внутренней. Повреждений не было. Подтверждение тому, значит, вот документ, который об этом говорит. Вот. Но и хочу сказать, и далее вот чудеса полимодулятора на этом не заканчиваются. Далее при применении вот этой всей программы у меня вдруг начинает расти, я не знаю даже, это или папиллома, или родинка, но это диаметр был этого нароста где-то 3 миллиметра, и резко стал расти вверх. Может быть, шло очищение, и на почве этом это пошло. Я сразу же применила полимодулятор. В течение недели эта папиллома ушла, и осталось только маленькое черненькое пятнышко. Опять чудеса. За этот же период, пока я пользуюсь этими продуктами, очень много наработок. При порезах это ускоренное заживление ран. Буквально вот вы порезали, и на утро уже ничего. Уже идет мощное срастание. Но это, конечно, при условии, если вы все-таки обеспечиваете сухость раны. Также, о болях я уже не говорю. Он убирает разные этиологии боли. Далее, например, при травмах мы можем повредить, скажем, часто очень люди падают, и нога там на что-то такое, на край там чего-то попадает, и рассекается кожа, и вот эта рана, она болезненная, не заживает. Пользуемся полимодулятором, сразу боль снимается, отек уходит, заживление просто вот в разы увеличивается. Заживление идет буквально день-два, три, и уже все хорошо. Вот такие чудеса.
Еще есть наработки такого характера. Вот у юношей, у девушек очень часто идет угревая сыпь. В чем это бывает? С нагноениями, неприятные, люди мучаются. А полимодулятор опять творит чудеса. Он убирает все это. Ну, конечно, это же не то, что раз-два, здесь надо попользоваться. Потом будет результат. Далее. Вот у нас у всех имеются с годами какие-то спондилезы, сколиозы, изменения различные в позвоночнике, грыжи там и всякие вещи другие, которые также вызывают боли. И, по сути дела, оказывается, что это в основном не всегда травма, а это на энергоинформационном уровне наносится вот такое повреждение, получается. Но это все наши мысли делают. Полимодулятор опять это помогает. Он и эти боли убирает. Более того, он уменьшает наросты на костях. Если, например, у меня спондилез, и в результате этого большие пальцы уже как бы повреждены, и на них косточки, которые все время увеличивается нарост. Так вот, в течение года у меня очень большой был нарост. Ну, будем... Вообще обувь какую-то модельную я не могла одеть. Невозможно, потому что кость была вот деформирована. И вот я это в течение года пользуюсь ежедневно после ванны, обрабатываю полимодулятором, и вот чудо, кость уменьшается. И в данный момент я уже имею возможность одеть модельную обувь. Вот такие дела. И еще один пример, это очень важный. У нас у многих, ну, или у некоторых, образуются мозоли между пальчиками, так называемый поцелуйчик. Это очень болезненный процесс, у кого был, все знают. И убрать этот мозоль очень трудно. Применяешь все, скажем, крема с мочевиной, которые все это размягчают, и мы мозоль убираем, но он все время появляется и появляется. И у меня случилось чудо. Я... Все обрабатывала, в том числе и этот мозоль. Мозоль находился прямо по центру пальца мизинца. И я не заметила, как этот мозоль ушел и вообще ушел. Это было чудо. Вот вы понимаете, все это всегда что-то новое и новое. У меня, значит, есть люди, которые сломали ключицу. Знакомые, близкие знакомые. Там также помогал полимодулятор. И он не только убирал боль, он ускорял процесс оздоровления. Полученные мною результаты, и такие они ошеломляющие, а главное, вы понимаете, находясь в пенсионном возрасте, ты обращаешься к врачам, тебе назначают, чего-то там, но ты не получаешь результата. А тут результат налицо, который облегчает тебе жизнь. Тебе просто все окрыляет окружающее, когда у тебя нет боли. Поэтому я всем советую пользоваться этими продуктами. Я очень благодарна создателям таких уникальных продуктов. Казахстанским ученым, которые создали этот препарат под руководством профессора Виктора Михайловича Инюшина. Низкий поклон им за эти продукты.